Я снова приветствую всех вас, зрителей и подписчики канала. Мы с вами продолжаем прохождение игры Legacy of Kain Blood Omen. А вот такие вот дела. В прошлой серии мы наконец-таки победили нашего первого босса. Он оказался не таким уж и сложным. Вот. Тактику его для его победы я понял сразу. Вот такие дела. Первый столб мы восстановили. Это радует. Ну и мы что, получили булаву? Это хорошо. С помощью которой мы можем ломать камни. И теперь сможем продвигаться дальше на север. В поисках второго босса. Чем, собственно, сейчас я и занимаюсь. Дайте ваши силы. Спасибо. Так. Не сработало. Ну ладно. Я думал, что там есть секретный проход, но нет. Так, давайте сверимся с картой. Что у нас тут ждет? Очередная пещера. Так, закрытая пещера. Надеюсь, мы ее сможем сломать с помощью кувалды нашей. Дальше у нас идет здание и опять-таки проход на глобальный север. Так, ты умереть можешь или где? Нет. Только выпить кровь, походу. Ну или разорвать с помощью способности, не знаю. Так, столбик, камешек. Давай подкрепимся. Спасибо. Ну и заберем эти карточки. Спасибо, спасибо, спасибо. Вы очень щедрые. Кровиков так сладка. Иди и пей ее из нас. Спасибо. О, упс, извиняйте. Твоя магическая энергия восстанавливается быстрее, ибо наша кровь очаровывает. Спасибо. Мне это пригодится. А пошел ты. Так, ну продвигаемся к следующей. Так, братиш, не мешай. Год назад до нас дошла молва о загадочной болезни, которая поразила несколько деревень далеко на востоке. Но слухи не смогли приготовить нас к настоящему ужасу. Это была чума. Да, чума, это, конечно, печаль. То такая плохая штука. Прям очень. Нет, по-прежнему не открывается. Видимо, я использую не то, что нужно. Разряд тоже не хочет. Ну, собственно, нет так нет. Черви и личинки пожирали его гниющую кожу. Из его ран доносился запах гниющей крови. Как жаль, хорошая кровь испорчена. А тебе ж лишь бы только кровь. Кохейген, мой родной город, самый красивый город в Северном Готе, достиг пика богатства и тщеславия. Я не испытываю иллюзий по поводу приема, который меня здесь ожидает. Да, ну что ж, родной город, встречай своего жителя. Но тут все... Ё-моё, одни трупы. Одни сплошные трупы.
Так, ну что ж, вот и мой городок. Сколько зданий мы можем посетить? Одно, второе, третье, четвертое, пятое, шестое, седьмое, восьмое, пятое, десятое. Ё-моё. А вообще, в целом, нам продвигаться надо... Какую степь? Ага. По-прежнему наверх. Понятно. Так. Хорошо. Ну, давайте. Эта серия, наверное, у нас уйдет на то, чтобы осмотреть все здания. Хотя, кто знает. В принципе, занятий тут так особо и немного. Так, значит, тут ничего нет. Значит, идем вот наше первое доступное здание. Ну да, кроме трупов, больше ничего тут смотрибельного нет. Тут тоже одни мертвяки. По диагонали пройти. Ой-ё. Фей Виктас! Фей Виктас! Да ё-моё, что булава на тебя не работает, что ли? Фей Виктас! Ну хорошо. Да, походу булава хороша только для разбивания камней. Меч тут рулит. Оу. Оу. Я могу получить новую способность. Так, секундочку. Это радует. Значит, в этом городе я остановился не зря. Ой, как не зря. Тут все просто супер. Значит, в этих первых двух домах я был. Значит, мне нужно как-то попасть в тот дом. Потом в тот, в этот. Еще вот этот. Короче, во все открытые дома, которые тут есть, нужно постараться попасть. Хорошо. Ну, раз нам предлагают сохраниться... Давайте, я не против. Ну-с, ребятки. Что, я согласен, давайте мне способность. Опять нужно кучу испытаний пройти. Короче, нужен меч. Ну или так. Вам что, не нравится? Получай. А получай, я сказал. Успокойся, братиш. Не паникуй. Тай. На. Что-то, ё-моё, давай еще выстрел. Всех разносим в клочья. Да, по два выстрела ему нужно. Вообще борзевший. Что, босс? Нам просто пройти нам позволят. Так, просто пройти нам тоже позволят. Давайте так и поступим.
Ого. Ого. Ребята, давайте жить дружно. Не-не-не, я ухожу. Фу. Так, скелеты. Я вас тоже очень люблю. Так. Понятно. Еще один разрыв. Еще разрыв. Класс. Мои самые любимые. Я пройду. Да, глупая идея. О, прошу, помогите мне. Обязательно, но не сегодня. Сдохни. Способность моя. Используя это заклинание, я создаю вокруг себя неприступную стену. Любое заклинание, направленное на меня, будет обратно отправлено на того, кто произнес его, оставив меня невредимым. Однако оно длится недолго, и со временем я снова становлюсь уязвимым. Ясненько. Да ну хорош. Капец. Я уйду отсюда. Я свалю. Нет, я не свалю. Блин, я уже в такой панике, что мне уже все равно. Что меня атакуют. Я хочу побыстрее отсюда уйти. Ё-моё, опять трупы. Фу. Все. Я выбрался с этой преисподней. Значит, мы были в этом здании, зашли в это здание, получили новую способность и вышли отсюда. В принципе, я так и думал, что тут по-другому мы никак бы не прошли. И теперь мы можем пройти в это здание. Это обследовать. Невозможно это, если сможем пройти. Ну, ладно. Чего гадать? О, блин. Сдохни. Так, секундочку, ребята, надо пересесть. Ага, затекло, все отлично. Продолжаем. Я снова в строю. Так, капец. Это совсем печально. Так, да ты заколебал. Так, я могу пройти. Дай пройти. Так, значит, туда. Значит, так, стоп, значит, получается, вот сюда, к этому дому я не попадаю пока. С этого я вышел, значит, я иду сначала к этому дому, потом к этому дому. И, судя по логике, я сейчас поброжу в этом доме опять. Кучу лабиринтов, наверное, придется пройти. И мы выйдем через вот это вот здание, наверное. И через него мы пройдем наверх, потом исследую это здание, потом вот это верхнее. Вот. И мы выберемся отсюда, где есть следующее вот это здание. И мы пойдем дальше на север.
Так, ну, если моя логика верна, то сейчас нас снова ожидают приключения на свою пятую точку, а вернее вампирскую пятую точку. Так, более эпичнее звучит. Как бы то ни было, давайте... Голова на Праптора. Поставлю голова меч. С шипами. Железный меч. Вот. Меч у нас все-таки более эпичнее. Горы меня огнем жечь, ты, маг. Но я ж предупреждал. О, заодно и сохранка есть. Так. И чую я, там мы сейчас что-то еще получим. Тут только сохранение. По времени у нас еще времени есть. Время у нас есть. Так, сюда, да, перезапишем. Время есть, можем посмотреть, что же нас там ждет. Так, здесь мы получим броню. Ну, я тоже решил почитать про шмот в данной игре. И знаю, что тут есть еще более лучший доспех. Но раз мы можем его получить, то давайте, я думаю, получим. Хотя в нем не особо и нуждаюсь. Но если это нужно по сюжету его взять, то в принципе я могу. Но если можно не брать, то такой доспех мне особо не надо. Отдыхайте. Так, ну понятное дело, что все-таки нам этот доспех придется взять. Ну ладно. Так. Невидимое. И как с вами сражаться? Походу никак. Ну или я, по крайней мере, пока не знаю способа. Тут у нас на карте. Ага. Ну, пока по-тихому продвигаемся. Осложнений никаких. Так, активация. Так, тихо, тени. Пожалуйста, тени, не надо. Тени! Успокоились. Да чтоб вас. Пропустили меня живо. Фу. Ребята, зачем вы так? Так, покатаемся на льду. Восстановим хпшечку, возьмем карточку. Так, иди сюда. На. Ура! Дверь открыта. Фу. Сколько нам еще топать? Ой-ой-ой. Топать нам еще много. Много. Очень много. Топаем вниз. Там у нас, я видел на карте, рычаг. Ну, не рычаг, но вы поняли, да. Согласен. Немножко плохо получилось.
Но ничего страшного. Пока у нас ситуация не критическая. Топали под... Да, блин, я не успеваю. Походу, надо волком тут становиться, чтобы быстро проходить. Нет, можно и человеком. Надо просто вовремя успеть. Ай-яй. Подлюки. Я все равно это сделаю. Я все равно прокачусь. И ты, девчуля, избавлю тебя от страданий. Спокуха. Ну, в принципе, как-то так. Тут больше нет, ничего нет. Так, а здесь... А вот, походу, мы и дошли до этой броньки. Ну, понятное дело, ну как же без вас? А вот и броня. Самые примитивные формы бессмертных легко поддаются обману. Когда я в доспехах костей, они не горят желанием бросать мне вызов. Понятно. Если мы наденем доспех кости, то, собственно, костяшки не будут нас атаковать. Но как сам доспех, он слабый, поэтому надевать его как-то мне не особо хочется. Я лучше надену более другой классный доспех. Но когда я его получу, я, увы, не знаю. Здравствуйте, зеленое создание. Ого. Как нас решительно хотят протыкать. Возьмем колбочку. Еще. Да у нас все хорошо, мы продвигаемся эпично. Еще немножко осталось, и все. Да. Хорошо. Так, снова эти тени. Ну вас нафиг. Что у нас по... Так, по карте мне нужно вниз. И еще чуть-чуть, и мы отсюда выберемся. Доспехи я нашел. Это главная задача была. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Увеличение житок. Да ё-моё. Взять надо. Так, чел. Мучайся. И избавлю тебя от мучений. Братиш, ну помри ты уже. Сгинули отсюда. Фу. Да ну когда ж уже выход? Ребята, ну это не серьезно. Да я чё ж так быстро. Дайте мне выход отсюда. Веселье должно быть немножко. Так, чтобы открыть дверь, нам по-любому не надо убить этого черного.
Спасибо. Так, аккуратно. Тихо. Аккуратно. Так, ну тут тоже, походу, дела обстоят таким же планом. Спасибо. Увеличим магию. Ого, уже третий круг пошел. Точнее, третий знак. Ладно. И вот все. Мы, походу, добрались до пункта назначения. Ура, мы вышли. И как раз там, походу, где я думал. Да, отсюда. Теперь мы топаем наверх. Исследуем вот это центральное здание, потом вот то. Или наоборот. Так, и потом снова, пройдя через кучу испытаний, мы выйдем отсюда, где сможем наконец-таки продвинуться дальше на север. Фу. А я-то думал, что игра будет простая. Нафиг тебе. Ладно. Опять тут дудельщик. Так. Хорошо, что у нас в том здании? Так, здесь у нас всего лишь способность. И больше ничего интересного. Так. Я вот не могу понять. Тут у нас нарисован меч. Я так не понял, кто создать может или что. Я так и не въехал. Все артефакты тут мы должны в всяких подземельях находить. А что это значит, я так и не понял. Тут входа ж никуда нет. Так что мне делать-то? Я не понимаю. Ладно, не будем мучить себе голову этим. Нам нужно выбираться из своего же города. А вернее, перебраться на другую сторону. Ну, так и поступим. Так, чума. Да, чую, сейчас нам тут будет весело. Так, 4 комнатки. Угу. И портал. 4 комнатки и портал. Сундук. Ага, это призраки. Так, булава. Желез, булава с шипами. Булава с шипами. Да вы достали. Так, уважаемые призраки, прошу, свалили. Так. Теперь проход у нас открыт здесь. На. Я. Пусть сама судьба решит, какой конец будет ждать врага моего. Да? Прикольная способность. А, что, давайте попробуем... Заряд энергии. Отражение. Отражение. Так, кстати, я же получил отражение. Отражение. Давайте его сюда применим. Заряд... Свети. Отражение. Голова на Праптора. Панталоны Таро. Панталоны Таро. Да...
Однако название просто впечатляет. Панталоны Таро. Так, секундочку. Так, не то. Ага. Вот как работает эта способность. Ну, я запомню, собственно, так. Щит! Крутяк. И сколько же он длится? Ну чё, довольно продолжительно. Вей Виктас! Ну вот, и потихоньку начинает исчезать. Так, мы во всех комнатах были? Или нет? Я уже забыл. Нет. Да, тут мы не были. Ну и рычагов тут нет. Да, это умирает только от магии. Поскольку она бестелесная. Так. Так, у меня большое количество набралось уже от этих штук. Давайте ими и пользоваться. А тут-ка магию трачу. Нам и так эти карточки часто попадаются, так что будем использовать. Фух, хорошо. Потопали сюда. Извини, но так надо. Что, все? Погодь. А телепорт? Дверь к нему по-прежнему закрыта. Либо я где-то рычаг не нажал. Сейчас. Походу я где-то не нажал рычаг. Потому что я вышел отсюда. Так, с меня это немножко... Так, тут у нас смерть с косой стоит. Оно очищает мое тело от всех опасных ядов. Очень полезно, учитывая всю ту мерзость, которая меня окружает. Так, очищение, это, конечно, плюс. И что, все? Тут как череп с лавой. Или углями, или что это? Ладно. Больше тут ничего любопытного нет. Ну и мы, в принципе, это можем и уйти отсюда. Но мне интересно, а как же открыть дверь? Которая ведет к порталу, который не ведет, тоже неизвестно. Ну да. Так, но все у нас уже воскресшие. Так, снова сундуки на месте, но уже пустые, да? Хорошо. О, вот оно что. А, так. И вот у нас очередное сохранение. Ну и по времени, я думаю, нам пора заканчивать. И тут я вижу, что мы получим, походу, какое-то новое оружие. Возможно. Вот. Так это или нет, мы уже с вами будем узнавать в следующей серии. Ну а на сегодня все, ребята. Всем пока-пока.